Это прямо перед тобой, видишь? Да, вижу. Слушай, гонка не стоит твоей жизни. Мы можем закончить. Не собираюсь заканчивать. Как бы, друзья, что может быть романтичнее? У нас 6 соперников и 6 километров, и будет походу копы. Давненько с копами не гоняли. Ребята друг за другом едут. Сейчас где-нибудь на повороте мы их всех сделаем сразу же. Я вижу, будет резкий поворот, и я даже не знаю, что делать там. Давай-ка дрифт ходим, ходим в дрифт! Не получилось дрифт, но хотя бы тормознули. И ускоряемся сразу же. Дрифт на аудио как-то не очень-то и получается. У нас слишком мало места, чтобы разобраться, как у нас дрифтом. Хо-хо, это было жестко, мы в сторону вылетели. 4 соперника и 4 километра. В принципе, неплохо. Походу, будет много места. Еще будет резкий поворот. Большой радиус берем. Реально, проблемки с дрифтом и ковром. Правую сторону нормально, а в левую как-то не получается. Но это все нормально. Даю новые координаты. Нет визуального контакта. Ух, врезались. Короче, поехали по встречке, наберем побольше нитро. Нам пригодится. У нас еще два соперника. И Коба прям... Это соперник позади меня. Так, вот мне налево. Ну, давай, входим уже. И последний соперник остался. Вот как подрезали-то. Походу, знакомая дорога. Вот так подрезали-то. Это еще осталось на трассе. Не сможешь сократить. Это дело, конечно, мы сделаем. Очень ведь, какие скорости и сколько спецэффектов-то. Конечно, продолжает движение. Вправо уходим. Реально, машина не чувствует дороги. Как и с лифтом, реально проблема. Даже не знаю почему. И финиш. Гонки по Чикаго продолжают, друзья. 8 позиций и 9 километров. Мы уже по шоссе едем за пределы города. Это будет гонка довольно быстро. 8 километров и позицию мы уже сделали. И вторую позицию тоже довольно быстро сделали. Остается 7 километров. Довольно приятная музыка играет. Вот тут есть где развернуться. Чистый обгончик, и вижу, есть 5-6 соперников впереди. Ребята едут друг за другом. Сейчас будем обгонять. Ух, походу четверых сделали сразу. И еще 2 соперника впереди. Обалдеть, довольно всех быстро сделали. И 36-го уже делаем. Да, друзья, скоро уже будет первое. Тут можно сократить. 20-й будет, 15-й, и уже будет скоро первый. 36-й, 37-й меня обгоняет. 4 километра остаются. 2 позиции передо мной. Можно было сократить. Ждем воздушный кармашек. Вошли уже и в отрыв уходим. Ух, какая скорость-то, обалдеть. Все-таки Audi мне как не очень понравилась, она не входит в дрифт сразу же, когда мне хочется. И ручник у нас тоже не очень-то работает. При возможности я поменяю машинку. Осталось 2 километра. И еще 2 позиции нужно будет делать. Вот так грязно сделали. Это было очень грязно. Осталось 2 километра. И я вот ухожу в отрыв уже.
остался километр, и противники практически на хвосте вижу. 900 метров. Они реально на хвосте у меня. И 300 метров, в принципе, мы уже у финиша.